Это будет большой влог, потому что... Да, я без штатива, да... Без... А, да посрать! А! Короче, мне просто лень ставить штатив. Я отправлюсь на встречу Come West Man, а еще Лера рисует комикс на конкурс комикшопа «Я хочу». А еще сзади висят Лерины спортивные панталоны. Всем привет, это Лера Валера. И мне впадло вешать микрофон, потому что петличка запуталась, тварь, ненавижу ее, бесячий кусок говна. Это наконец-таки наш видеоблог, потому что у меня много работы! Неожиданно. Я такой счастливый! Лера, ты не хочешь ничего сказать? Я только что кушала. Собралась смотреть, значит, аниме. А тут... Валера ставит камеру, говорит, записывай. Мы же блогеры, мы должны писать блог. Мы должны вот это вот пердеть, обматываться лентой, воском намазываться. 100 слоев говна. Это же... Nice. Могу только обзоры на аниме делать. Запили обзор. В топ. Ну. Я в этом не шарю. Я... Ты слишком лень. Лера. Валера. И Грузия. У меня еда в зубах есть. Отлично, да, подумать, что я честно, если отвечу, что, блядь, наорет, я не знаю, блядь, Творог. Так как у меня времени сейчас в край мало, то мы решили просто рассказать о том, что делаем. Работаем, ходим в магнит, покупаем еду, приходим, едим и снова работаем. В этом вся жизнь. I'm deeply depressed. I don't find anything in life worth living. Только что был секс. Лера, расскажи, что ты делаешь сейчас, а? Я читаю две книжки. Одна вот эта. Террор. Я люблю, когда холодно, корабль и какое-то чудовище. Если вы тоже это любите, то вам всегда. А еще скоро экранизируют книгу, сделают сериал по ней. Да. С чем я могу похвастаться? А еще одну книгу я читаю. Брайан Грин, «Элегантная вселенная». Вот так. У него есть вторая книга «Ткань пространства и времени». Что-то там, в общем, интересно пишет. Мой любимый популяризатор науки. Давай, вот так будет громче слышно твой сексуальный вокал. Мой вокал. Damn hot, real hot, damn hot. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? С Валерой, как Рэй и Сиане, смотрим «Пацанки». Первый парень на деревне. Смотрите, как я несу. Друзья. Мы смотрим шоу «Пацанки». Но это интересно. Я ничего не могу с собой поделать. Это интересно. Ну, конечно, там много постанов видно. Да, там постанова прям так лезет через край. Они так играют красиво, быдло, типа... ты дрянь, я сейчас с тобой подерусь. И иногда у меня ощущение, что она смотрит за кадр, типа ждет. Да, бить хорошо. Нападла, мразь. Нападла, мразь. Неважно, в общем, мы смотрим, и мы деградируем. Почему нельзя просто мультики смотреть? Чем Лера прекрасно, кстати, и занимается. У нее в списках аниме постоянно что-то новое, а еще я ее за обедом могу застать врасплох с карандашом и блокнотом, где она черкает новые аниме. Типа, о, не смотрела! Я смотрю. Как можно такую херню смотреть? Ты случайно не мажешься 100 слоев, там, не знаю, проклад... 100 слоев говна. Ты не поверишь, но я видел такую... Не, реально 100 слоев проклада какая-то тёлка на себя нацепила. А, я думала в трусы. И там был 1 000 000 просмотров. Мы делаем что-то не то. Ну, красивые, наверное, 100 слоев проклада. Не очень. А они свежие? Слава богу, что свежие. Бахнем, наконец-таки будем делать скетчи. Мы вообще с Лерой изначально хотели делать скетчи, но ввязались в авантюру. Ну, актерский курс, и хотим ее хорошо закончить. Просто они много времени отбирают, вот, и надо их нормально закончить, потом уже. В общем, этот видеоблог ни о чем. Лера, как и 90% русского ютуба. Я не всю душу еще вылила, что ты заканчиваешь. О, давай, мать!
А ну-ка, а расскажи-ка нам про свое бьюти-преображение. Да. Но это не мои брови. А как так случилось, Валерия, что вы в детстве разбомбили свои брови? Я не тупой, я тоже книги читаю, но только я одну прочел за 3 месяца. Ты ее дочитал до конца? Да, это Ю Носби, пентаграмма. Советские мистики верили, что здания, построенные в форме пятиконечной звезды, собирают энергию пространства. Таких сооружений на территории бывшего СССР десятки, а может быть и сотни. Такой легкий очень детективчик, но прикольный. Про алкаша-детектива, который пытается вернуть себе семью. Ну, в общем, там все по шаблону, но... Я осилил книгу! По шаблону это как? Этот город слишком мал для нас двоих? Да, и он такой, типа... Этому городу нужен герой. А также, с последних новостей нашей прекрасной, интересной жизни... Я купил себе обезьянку. Покажи, как она ходит, Валера. Покажи, как она ходит. Мне 28 лет. А злится он вот так. Я хочу детей, ипотеку и импотенцию, как у всех 30-летних мужчин. Ну, нет. Хотя, пожалуй, нет. Дерево! Прости, продолжай. Напишите, что вы хотите видеть от нас и что у нас, ну, по вашему мнению, лучше бы получилось. Нам нужна помощь нашей любимой аудитории, чтобы составить контент на Ютубе. Отписывайтесь нахрен от нашего канала. Или подписывайтесь. А теперь песня. Какая? А я не знаю. А давай, подумай. Румба-румба. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажусь. Подожди, стой! Схожу за своей обоссанной косухой. А, у меня где-то была бутылка пива старая. Да, говнальство! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажусь. Я ни в чем не откажусь.